предлагаю, чтобы Володя выбрал позиции. Встаем. Че, 5 минут? Как обычно, 5, дай ему, а не как со мной. В смысле? Ну, что мне было, потому что такого раунда неожиданного. Если бы не необычные 5 минут, мне было бы... Без дополнительного времени. Как покатит. А правила какие? Как пойдет. Как покатит. Готов? Правила читал? Скорее. По черным поясам. А Дмитраков по красным, Блюм по синим. Окей. А бюджет черные пояса Сабонли. Окей? Судьи готовы? Дайте я Дмитракову по тишину дам. Дайте шума! Надо было, конечно, предварительно ребятам еще стойки запретить бороться, ну, чтобы там дом не расшатывать. Окей, готовы? Поехали! Первая схватка у нас подошла к концу. А, Антон, за старый сегодня боролся? Да, офигеть. Давайте поаплодируем Володе, который дважды вышел. И вперед он боролся. Парни у них не маленькие. Я могу легко за старых, потому что разница большая. Да. Тоже 10 лет, по-моему.